Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И на этой неделе вышло новое долгожданное второе дополнение для Forza Horizon 4 под названием LEGO Speed Champions. Для меня, честно говоря, этот анонс на E3 оказался сюрпризом. Мне всегда нравились аркады в гонках, но кататься на машинках из LEGO — это что-то новенькое. По крайней мере, дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 3 казалось не таким абсурдным. В общем, это лично мое мнение. Ваше мнение я хочу услышать в комментариях. Что же интересного включает в себя дополнение? В игру был добавлен целый остров в стилистике LEGO. Здесь вам и пустыня Сен-Эло, и рыбацкая бухта, и маленький городок, и целый трековый стадион. Все окружение очень интерактивно и круто разрушается в стиле LEGO. В целом мир получился очень гармоничным и достаточно интересным. С этой локацией также добавили три автомобиля в стиле LEGO. Это Mini Cooper S, Ferrari F40 и McLaren Senna. Машинки также имеют свою систему разрушения, детальки отваливаются прямо на ходу, а на McLaren Senna добавили даже активную аэродинамику. Чем же, собственно, заниматься на этом острове? Самая основная цель — это построить дом из деталек LEGO, попутно открывая LEGO автомобили. Детальки эти необходимо собирать в определенном количестве, но выдаются они за прохождение испытаний. В целом испытания достаточно простые, но их очень много, поэтому на острове всегда будет чем заняться. Ну а если вам этого мало, на острове можно поискать разбитые батарейки пришельцев, а также раздавленные внеземные растения. Если вы знаете, что дается в награду, напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, как по мне, что-то новенькое дополнение все-таки вносит в игру. Хотя мне больше нравится реалистичная картинка. Да и LEGO в моем детстве немного отличалось от этого. Ну а ваше мнение я хочу услышать в комментариях. Что ж, с дополнением все, теперь давайте я расскажу вам про новый осенний сезон. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Fiat Dina, а на 80% Lamborghini Aventador. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Bentley Continental Forza Edition, а на 80% Cadillac Limousine. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате осенних игр вы получаете джемпер техники Horizon. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевом кроссе на Ашбрукской петле вы получаете автомобиль Chevy Camaro 79 года. И за первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевом автокроссе на Кряже вы получаете автомобиль Hummer H1. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Нестареющий дизайн». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Porsche. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Легенда автоспорта». Для его выполнения вам понадобятся заезды шоссейной серии, на карте они выделены синим цветом. Ну а потребуется от вас выиграть 3 заезда шоссейной серии. Следующее испытание называется «Дорога длинная». Для выполнения этого испытания вам необходимо накатать 42,2 километра. По моим расчетам, шоссе в одну сторону занимает 8 километров. То есть для выполнения испытания я проехал 5 раз туда и обратно по шоссе. Следующее испытание называется «Одинокие герои ралли». Для его выполнения вам понадобятся заезды грунтовой серии. Ну а потребуется от вас победить в 3 заездах грунтовой серии. С испытаниями все, теперь о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарную эмоцию «Робот» и эпическую клубничную парку, а также редкий автомобиль Vauxhall Corsa VXR за 500 очков. Ну а главный приз за этот форзафон — это багги Alumicraft Class 10 Forza Edition за 625 очков. А на этом все. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с изучением острова LEGO!